нормально. Пиджачок, все классно, все. Вот это лампа поприятнее. Да. Друзья, все собрались. Сейчас еще подъеду. Ух ты, долго едет. Уже дождаться не могу. Внимание, все туда, не пропустите. Давайте. Вот и они. Понял, понял. Хорошо, едьте, едьте. Мы вас ждем. Давай. Все, едут. Уже они за тобой, за ТГД. Так что можем. Салют подготовили. Цветы, колечко красивенькое наше. Ожидаем самую красивую любимую девушку. Легкий мандраж. Будешь моей женой? Нет. А ты выйдешь за меня? Да, был делать предложение. Я хочу, чтобы твое упругое тело оживало в руках моих. Я хочу, чтобы даже твой цвет волос оставался всегда таким. Я хочу, чтобы ты счастлива была. Я подкорю все океаны для тебя. Звезду достану, если ты захочешь. Любимый, ответь мне на единственный вопрос. Ты выйдешь за меня? Да. Первое впечатление, пожалуйста. Я не ожидала, честно говоря. Привезли меня неожиданно, хотели в другое место. Я привезла, якобы я привезла сюда, но на самом деле меня сюда привезли. Я не думала, что это для меня все. Все, дальше продолжение будет осенью. Свадьба. Поздравляем вас! Поздравляем вас! Давайте. Будущее молодец. Вас за будущее ваше, да. Вот, чтобы у вас все было счастливое, классно, да. Чтобы вы вступили в братство кольца. Плыли, разложили. А мы вышли, смотрим, сердечко на том, для кого-то другого сделали. Я еще говорю, Вань, ну давай пофотографируемся. Красиво, да, как? Да, для меня. Самое интересное, сказал, через 2 недели. Всех жду. Буду делать предложение. Через 2 недели. В каком смысле? Через 2 недели, ладно. Усыпил бдительность, девушка? Да. Подозревала всю неделю, что я налево езжу. Нет, кольцо в камеру. Порвали, гвоздь.
ситуации.